И всем привет, ребят, с вами Ванки, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике И сегодня мы вместе с вами запикаемся в новый спецрежим, который сегодня у нас появился в игре Рассмотрим его, давно у нас не было обзоров на спецрежимы Посмотрим, насколько он интересен, насколько он актуален Ну и что там будет вообще у нас У нас это снежочный режим, то есть это, грубо говоря, Та же самая пушка Глебыч, которая была у нас в прошлом году Только если в прошлом году у нас была закрытая карта с только лишь воспами То сегодня у нас есть выбор любого корпуса в этом замечательном режимчике И я сегодня, наверное, таки давайте выберу... Корпус, на котором будет больше хп, а именно Аресика. Запикаемся и посмотрим, что же у нас там будет вообще происходить. Это должна быть дефолтная тдм на песочнице ремастер с повышенным шансом выпадения золотых ящиков. Поэтому в теории у нас есть еще возможность крутого фарма. Посмотрим, насколько жестко вообще можно фармить кристаллов в этом режиме. Есть ли этот фарм в этом режиме вообще в принципе? Вот это фарм. Вот это фарм. Неплохо пофармили в спецрежиме. Неплохо. Вот это я пофармил по ощущениям. По ощущениям начал фармить. И столкнулся сразу с какой-то дедосиной. Опачки, а это что за приколы? При том, что на момент записи видоса у нас еще только лишь утро. И уже у меня начались какие-то прикольчики. Только не говорите мне, пожалуйста, что я даже не смогу сейчас записать видос со спецрежимом. И все это приведет к тому, что у нас уже залагала игра и уже ничего не грузит. Потому что я лично хотел сейчас сделать обзорчик на этот замечательный спецрежим. Уже вчера и позавчера у нас были моменты, когда игра не работала, когда происходили какие-то непонятные DDoS атаки и как оказывается они из нашей игры еще никуда и не уходили. И эта проблема остается нерешенной. Но и у меня не грузит. У меня не грузит, что я вам могу сказать. У меня просто не грузит игра. Я сижу, пытаюсь загрузиться, хотел записать контентовый видос с обзором на новый режим, но по ходу дела начинаются приколы в нашей игре. Сегодня у нас первый день новогоднего ивента и уже есть определенные проблемы с загрузкой в нашу игру, но вроде как все нормализовалось. Надеюсь, что сейчас пойдет движуха. И мы все-таки этот режимщик затестируем. По крайней мере, опачки. Голдик у нас лежит. Лежит бабло, 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 бабло. Но пинг прыгает. Прыгает пинг. Забираем бабки. Бабки, 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 бабки. Опачки, тыщеночку заработал. Но у нас очень нестабильный пинг. У нас все лагает. У нас все лагает. И что-то мне подсказывает, что все самое интересное только и только начинается. Так, ну это, грубо говоря, пушка Магнум. Урон почему-то у меня не проходит по оппоненту. Почему у меня не проходит урон? Давайте попробуем долитнуться. И, возможно, с респа... А, блин, прошел урон. Ну ладно, в любом случае... Лучше долитнемся, потому что что-то непонятное, потому что у нас должен, должен быть, по идее, сплэш-урон этой пушки. С максималки куда летит? Ой, с максималки маловато летит, если честно. Я думал, по расстоянию здесь будет побольше. Возможность накидки. О, неплохо. Тыщеночка. По тыщеночке чисто такими аккуратными выстрелами можно накидывать. При том, что перезарядка довольно быстрая. Ну и повышенный шанс выпадения голда. Конечно, если честно, могли бы на эту ремастер-карту поставить посередине елку. Я думаю, что это было бы прям супер круто, если бы сюда бы елочку бы влепили. Это было бы супер атмосферно. И это, наверное, то, чего в моем понимании этой карте не хватает. Боже, как же жестко стопят меня. И у меня даже нет возможности отъезда ни в какую сторону. Мне просто стопят, и я остаюсь на одной позиции. Все статус-эффекты срабатывают. И даже нету возможности одеть какую-то иммунитетку, знаете, чтобы хотя бы оглушение не срабатывало, например. Даже такой возможности у меня нету. Ну и я начинаю задумываться о том, а лучше ли здесь все-таки либо же лучше, наверное, в этом режиме использовать что-то другое по корпусам. Да, есть ли смысл здесь в использовании этого замечательного ареса? Либо же есть смысл одеть какой-то другой замечательный корпус. Так, ну давайте пробовать накидывать. Еще чуть-чуть. Три минуты у нас до конца боя. Меня закинул в начатую катку. Я думаю, что в принципе этого боя нам будет достаточно. Хотя бы бы доиграть бы этот бой до конца, потому что у нас опять уже какие-то лаги. Опять какие-то лаги. Все, Габелла. Все, Габелла, чат. Ужас. Ужас, что я могу сказать? Ну как я могу поиграть? Ну вот как? Даже зашел в спецрежим и тут уже все. Тут уже 5000 пинг. И добрый вечер. Мы по ощущениям приехали. Мы по ощущениям приехали. Да, я очень сильно не рад этому. В очередной раз начинаются какие-то приколы. С лагами. С вылетами. Из всякой дедос ерундой в нашей игре. Печально. Печально, печально. Это очень печально, что я могу сказать. Очень не хотелось бы, чтобы этот новогодний ивент прошел с такими вот лагами, такими неприятными моментами. Так, ну а что гол с голдами тут? С повышенным шансом это, конечно, крутяк. Можно, конечно, было бы что-то бы пофармить. Голдик у нас падает. Пинку у меня, кстати, не прыгнул. Но голд не берется. Даже без прыгающего пинга нас критует. Мы вылетаем. Идем обновляться. Остается минутка до конца. Попробовать надо забрать сливки с этой замечательной катки. Но все равно это все максимально-максимально печально. Очень грустно. Очень грустно. Очень сильно надеюсь на то, что разработчики сумеют исправить это все дело. Исправить эти лаги, дедосы, либо что, я не знаю, что это такое. Но если у нас вот так вот не будет работать игра на протяжении нашего новогоднего ивента, это, конечно, будет супер печально. Потеряно соединение с сервером у меня уже. У меня уже потеряно соединение с сервером. Делаем обновление сервера. И что у нас тут с обновлением? Заработало ли у нас что-то? Не заработало. По ощущениям нет. По ощущениям я затестировал спецрежим. Что я вам могу сказать? По ощущениям тест спецрежима удался. Печально. Печально. Очень грустно. Но это то, что я вижу на, свой, на сегодняшний момент времени. Только хотел записать контентовый интересный видос, связанный с с нашим новым спецрежимом в игре, как мне сказали, не запишешь. Не запишешь. И не сможешь все это дело реализовать. Но в любом случае, чат, мы надеемся на то, что это все давно прекратится. Игра заработает. И мы вместе с вами сможем поиграть в нее. Поддерживайте данный видос лайком если надеетесь, что все будет хорошо. Я лично хотел бы, чтобы не было никаких проблем, но даже бой и даже обзорчик на спецрежим мы сделать полноценно не смогли. Но в любом случае, это очень крутой спецрежим, как по мне, в котором можно попытаться пофармить. Даже вот исходя из того, что я увидел, мне почему-то показалось, что это может быть очень неплохой фармилкой с точки зрения ловли голдов и еще дополнительного фарма с ТДМ очки. Пишите, что вы думаете по поводу спецрежима. Что вы думаете по поводу вот этих вот лагов непонятных? Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. Мой личный так это так Тим Устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше. Ну а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.